5 грустных моментов в Skyrim Special Edition, которые вы могли легко пропустить. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Друзья, самое начало игры. Нас везут на казнь. И... Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо. Да, папа. И мы видим, как отец приказывает своему сыну идти в дом. Ну, казнь все-таки. Создаете персонажа и идете дальше. Что ты тут делаешь, Ридгард? Ты наемник? Моряк из Стросмкая. И когда все спасаются от дракона, вы могли пропустить как раз-то эту сцену. Это тот же отец, только он получил какую-то смертельную рану и умирает. А рядом с ним его сын. Вставай, папа, вставай! Мне конец, малыш. Уходи. Спасайся. Смотри на меня, ты можешь. Именно из-за таких моментов Skyrim просто невероятная игра. Мы играем, и мы находим что-то новое, и новое, и новое. Вот. Алин, иди сюда. Давай быстрее. Вот, молодец. Ты просто молодец. Молодец, сынок. Все назад. Ты еще дышишь, Висельник? И вот как он умирает. И потом этого парнишку мы находим в хижине Фроки. Привет. Мне 11, но я тебя легко завалю. Боевой. Тебе нравится тут жить? Тут не так уж плохо. Но я скучаю по тем временам, когда жил с родителями в Хелгене. Фроки не умеют готовить, и тут не с кем особо поговорить. Твои родители погибли в Хелгене? Да, только не говори ничего Фроки. Он вряд ли поймет. Кстати, а где же там погибла его мать? Ладно. Это так очень грустно. Едем дальше. Совсем недалеко от Морфола, в лесу, вы можете найти вот такую вот хижину, которая называется хижина Мико. В ней небольшая кухонька, книжка, которая прокачивает красноречие, и... Пес Мика. И, видимо, его хозяин Норд, который умер. Давайте почитаем дневник Норда. Сколько лет живу в этих лесах, но, похоже, каменная подагра меня все-таки доконает. Это такая болезнь. Ну что ж, значит, так тому и быть. Все мои друзья давно покойники. Остался только бедолага Мика. Славный парень, преданный. Надеюсь, он не пропадет. Может, мы с ним еще встретимся. Черт, как же грустно. Хозяин его умер, и он остался один. Я просто не могу его не взять себе в питомцы. Что ж такое, дружок, хочешь пойти со мной? Есть вариант, шла вон шавка. Да ладно, ну ладно, пойдем со мной, если хочешь. Слушайте, а может он какой-то очень сильный питомец? Я ни разу с ним не бегал. Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста. Вот это да. Сколько в Скайриме всего грустного, друзья. Локация Альфтанд. Проходим немножечко дальше и замечаем, что здесь произошло что-то страшное. Скелеты, кости... Очень много крови. Очень много. Ладно. Проходим немножечко дальше и замечаем вот такую сцену, если будем смотреть вот сюда. Где она? Я знаю, ты хотел оставить ее себе, царь. Ты всегда ее всю себе оставляешь. Нет, должна быть еще скума. Заткнись, заткнись. Не лги мне, царь. Ты ее спрятал. Ты всегда ее у меня крадешь. У Каджитика жесткая
ломка. Ладно, пойдем дальше. Вот, кстати, то место. Вот там я его слушал, а тут он пробрался вниз. Ага, давайте выключу факел и попробуем пробраться. Факелы разбросаны. Много крови. Неужели это он всех убил? Да ладно. Что? Кто это, брат? Еще один безхвостый в поисках еды? Но этот не попал в ловушку вместе с нами. Как он меня заметил? У меня же была скрытность. Это странно. Ладно, видимо, он совсем уже обезумел. Бедняга. Как же не хочется убивать каджитов. Дждар. Если пройдем немножечко дальше, то увидим еще одного каджита. Дждар. Они, наверное, братья. Блин, как тяжело их выговаривать. И тут, кстати, дневник Дждара. Давайте почитаем. Этот зашел в тупик. Причем это? Ну ладно. Я подписал нас с Дждаром на эту экспедицию, чтобы попробовать отвадить его от скумы. Я взял с собой небольшой запас, чтобы постепенно его отучать. Однако буря зажала нас в леднике на целые недели. Другие еще не смекнули, что покрытый мехом не должен так трястись от холода. У него была ломка, друзья. Однако у меня закончилась вся скума, что я взял. И Дждару становится все хуже. Ему стали мерещиться какие-то существа, выходящие изо льда и развалин. И кое-кто начинает подозревать его в исчезновении Валли. Но я знаю, что он никогда бы такого не сделал. Неужели это он всех убил из собственного брата? Да ладно! Тоже топор, и у него был топор. Если зайдем в сумку, то увидим, да, вот пустые бутылки скумы. Но нет, друзья, нет. Если мы вернемся и проследим за этими лужами крови, немного ранее мы находили вот такой вот зал. Здесь какой-то спальник. Скорее всего, здесь спала Валли. Почему я так думаю? Да потому что вот те же самые лужи крови. Проходим немножечко дальше. Дальше. И... ого! 100% нам вниз. Поехали. И вот, друзья, куда ведут лужи крови. Заходим и видим, это какая-то пыточная Двемеров. Но тут удобненько устроились фалмеры. Да, друзья, все-таки он не сошел полностью с ума. Он видел, как они, видимо, воруют экспедицию. Воу. И всех по чуть-чуть убивали. Вот Валли. Угу, за какую вспоминали в письме. Вот еще кто-то. Черт, обалдеть, да? Но все равно... мне одно непонятно. Кто же все-таки убил Дждара? Его брат Дждар или фалмеры? Неизвестно. Друзья, что вы думаете? Напишите в комментариях. Далеко-далеко на севере, недалеко от места крушения Зимней войны, мы можем найти вот такой вот лагерь. Сразу понимаем по лодке и по сетям, что это лагерь рыбаков. Тут есть их дневник, и давайте его прочитаем. И как меня Скигер опять уболтал. Если бы он хотел просто напиться и потрепаться, мы могли бы прекрасно посидеть у камина в Виндхельме. Кстати, да, там классный камин. А не тащиться в эту грязную халупу. Но рыбалка-то клюет, Адвальд. Улов окупит дорогу старицей. Ага, конечно, если только мы раньше в дышки не превратимся. Его посудина уже дала течь. Завтра сделаем последнюю попытку. Если опять ничего не поймаем, то с ним или без него. Но я возвращаюсь домой. Хм. Ну, дневник. Тут должны быть два рыбака, но почему-то мы их не видим. Видим лодку и... о, черт. Видим какую-то перевернутую лодку дальше. А ну-ка, давайте туда сплаваем. Ого, сколько тут рыб-убийц! И вот они, друзья. Вот эти два рыбака. Адвальд и Скегар. Офигеть, вы посмотрите, сколько тут рыб. Ого!
Теперь понятно, кто их убил. Внизу можно найти кое-какие вещи. Ого, эбонитовый топор. Надо проверить на первом уровне. Также портфель со случайным лутом. Вот это да. Вот такая вот грустная история о двух рыбаках, которые хотели весело провести время. Вот почему нельзя пить на рыбалках или на охотах. Это может привести к трагедии. Поучительно, знаете так? Поучительно. Локация. Хорошо известная вам локация. Ветреный пик. И здесь вы кое-что могли пропустить. Помните это место? Смотрим наверх и видим какую-то веревку. Кто-то пытался спуститься? Если мы посмотрим немножечко ниже, то увидим какого-то парня. Это ж он, наверное, сорвался и вот там вот застрял. Что за черт? Действительно, друзья, вы посмотрите. Пытался спуститься и что? Что-то пошло не так, и он сорвался. Но если мы посмотрим немножечко ближе, друзья, я его нигде никогда не видел. Кто это? Кто это такой? Его можно спустить с помощью крика «Безжалостная сила», ребят. И, кстати, один важный момент. Он появляется только после 18 уровня. Это, знаете, как меняется мир Скайрима со временем. Раньше его не будет, так что и не ищите. Томас. У него записка. Записка Томасу. Томас, помнишь ту троллю яму, что мы нашли на днях, и о которой все болтают? Запусти в тролля огненный шар, стоя на краю ямы. Спустись вниз и тяпай ему голову. Так ты раз и навсегда докажешь всем, что ты достоин быть первым после лучшего. Удачи и будь осторожен. Ты же знаешь, как там скользко. Лоррейн. Кто такой Лоррейн? Это ж он типа лучший? Что за ерунда? И, видимо, он все-таки не устоял на краю и разбился. Хотя нет, он, скорее всего, сорвался. Да, вот такая вот несчастная история Томаса. Но, друзья, кто такой Томас и кто такой Лоррейн? Где они вообще пересекались? Это что, какая-то отдельная история? Или что это вообще такое? Это загадка. Но, тем не менее, это тоже грустная история. Хотел убить тролля, но что-то пошло не так. Ладненько, друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем счастья и добра. И пока.